Альфа-гравити – это новая гимнастика, построена на принципе старославянского правила. За очень короткое время, за 5 минут, можно потренировать тело и на силу, и на гибкость. Более того, за это короткое время вы продиагностируете свое тело и увидите, в каком состоянии он находится. Тренируя тело на силу и на гибкость, мы тренируем и свой характер. Идет гармонизация женской и мужской энергии. И человек, который был очень сильный в жизни и не доставало ему гибкости, становится более гибким. Тот человек, который был очень гибкий и очень мягок, он становится более сильным. И так гармонизируется инь-янь энергия, и человек становится гармоничным. Кроме того, все мы знаем, что мы состоим из воды. В этой воде и энергии, из которой мы состоим, имеются энергоинформационные блоки, те программы, которые мешают нам в жизни достигать результатов, достигать целей. Когда мы тренируем себя на альфа-гравити, мы снимаем рамки ограничений и становится для нас невозможное возможным. Итак, приглашаю всех в Плевиска, первый центр альфа-гравити, в котором вы можете позволить себе невозможное. Позвольте себе невозможное и в жизни, и в деле. И в теле, и в деле. Плевиска, улица Грюнвальдская, 519-Б. Запрошаем. Дорота, ты вчера была первый раз в жизни на Альфа-Гравити в Арштатах, в семинаре. Скажи, пожалуйста, что для тебя это было? Какой стресс, какой дискомфорт, что ты почувствовала? Как ты оценила эту тренировку для себя? Bardzo fajne zajęcia, bardzo było fizycznie, siłowo. Dowiedziałam się o tym, jakie mam blokady w organizmie, w ciele dokładnie. Dowiedziałam się o tym, że boli mnie kostka, że mam ją słabą, że nie tak łatwo jest się po prostu powiesić na linach. No i więc zrozumiałam, dowiedziałam się, że swoje ograniczenia można po prostu przekraczać. W taki sposób również te fizyczne. A Marita opowiedziała mi o tym, co z kolei moje blokady o mnie mówią. Te blokady w ciele, dlaczego bolała mnie kostka na przykład, tak? Dlaczego bolała mnie lewa strona ciała. To bardzo ciekawe są rzeczy, bardzo ciekawe informacje. Bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawi ludzie i Marita jako wykładowczyni, jako nauczyciel jest bardzo uroczą osobą, która swoją osobowością i swoją energią, całą tę grupę i te zajęcia uatrakcyjnia, można powiedzieć. I tak jak mówię, bardzo czymś świetnym jest poznanie swojego ciała i tego, jak ono pracuje i co ono do nas mówi, o czym opowiada. Czyli poleciłabyś? Bardzo polecam te zajęcia. Tak, bardzo ciekawa sprawa. Gracias.